Добрый день, друзья! Сегодня 3 марта, у нас 0 градусов, туманы. Но для Чехии это нормальная погода для начала весны. Так будет около нуля, плюс и туманы, туманы. А я еду в соседний город, еду на почту. Только боюсь, что меня, как в мультфильме про Простоквашино, может постигнуть ситуация, как почтальон Печкин принес посылку, но сказал: посылка есть, но я вам не отдам, потому что у вас документов нету. Вы уже знаете, я вам рассказывала, что в Чехии с 1 марта надо носить респираторы в общественных местах. Ну так вот, выходные дни я не успела купить респираторы, но мне некогда было этим заниматься. И я так подумала: ну ладно, две маски одену, и ничего страшного. А нет. Поехала я 1 марта в магазин, а меня без респиратора, в двух масках, уже не пустили. Реально не пустили, сказали: извините, мы вас не можем обслуживать. Я пошла в аптеку. Как вы думаете, маски там были? Масок там не было. Ну и мне пришлось их заказывать через интернет. И вот теперь посылка пришла на почту. Ну, поеду, попробую посылку забрать. Я как-то не подумала, что надо было заказать с доставкой уже домой. Ну, привыкла, что я езжу за посылками и заодно в магазины. Но попробуем получить посылку. Так что вам сниму это и расскажу, как оно получилось. Ну вот, я уже приехала к почте. У меня две маски, одна и вторая. Я их сейчас одену на себя и пойду попробую объясниться с сотрудником почты, объяснить, что вот такой казус. Получила я респираторы, и пока они только в посылке, поэтому не могу находиться в общественном месте в респираторе. Ну и могу вам показать еще немножко сам город. Но так как, наверное, не будет слышно, что я говорю, я просто сниму для вас небольшую панораму. Ну вот как-то так. А здание почты вот так симпатично выглядит. А еще у меня за спиной памятник Яну Гусу. И площадь носит его имя. Площадь Яна Гуса. В Чехии принято ставить такие свечки в память об умерших. Их поджигают вечером, и они мерцают такими огоньками. Посылку я забрала. И, в общем-то, никто мне никакие вопросы не задавал и никак не комментировал то, что на мне нет респиратора. Хотя объявление при входе на почту есть, и там написано, что по новым правилам надо заходить либо в респираторе, либо в наномаске, если переводить с чешского. Ну вот, такая вот коробочка ко мне пришла. Так что я теперь счастливый обладатель респираторов, и мне открыт доступ к покупкам в магазинах. Ну, как бы не смешно это звучало, ну вот, к сожалению, реальность сейчас такова. И нельзя это не ругать, потому что, ну, скорее всего, люди действительно принимают возможные, все возможные меры, когда принимают такие решения, точнее, правильнее сказать, когда издают такие законы. Ну,
Людей очень много болеет в Чехии и пишут, что больницы переполнены и уже в соседние страны отправляют больных из Чехии. Но, к сожалению, вот пока так. На улицах тоже люди должны ходить в масках, но в обычных масках медицинских. Я сейчас смотрю на улице, кто как. Кто в маске, кто в респираторе, кто вообще без маски и без респиратора. Ну, практически никого нет на улицах. Очень пустой город, прям вот совсем-совсем пусто. Парикмахерские у нас закрыты. Магазины с одеждой тоже. Видите, какая тишина и пустота. Это отель небольшой, он тоже не работает. А здесь такой симпатичный магазинчик с детской одеждой. У них всегда очень красиво оформлен вход. Такие вот игрушечки. Елочки на Новый год были все в гирляндах. Ну вот на прошлой неделе еще можно было магазином этим работать, но на этой неделе уже все закрыто. Ну еще одна парикмахерская тоже закрыта, и дальше все магазины не работают. Магазин, в котором все продается для сада и огорода, тоже с этой недели уже закрыт. А сейчас сделайте звук потише, потому что вы услышите сигнал сирены. В Чехии, в городах и вообще в любых населенных пунктах раз в месяц проверяют, как работает, исправен или нет вой сирены. Я приехала в магазин, вот так выглядит респиратор. Дышать в нем капец как тяжело, но что поделать. Ну что ж, друзья, я уже вышла из магазина, провела я там буквально 10 минут. Хочу поделиться с вами впечатлениями от ношения респиратора. Это совсем не то, что обычная медицинская маска. В нем действительно в помещении очень тяжело дышать. Надо отдать должное продавцам, которые находятся всю смену в респираторе, как они это все выдерживают. И мне лично в нем хочется одновременно и кашлять, и чихать. Но что поделать, вот такая у нас теперь новая реальность. Желаю вам не болеть, берегите себя и своих близких. До новых видео. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Всем пока.